Ребята, доброе утро. Знаете, какую тему хотел с вами обсудить? Вот все говорят, я просто сейчас это делаю и думаю, о, надо MLS-ам рассказать, любителям сторис своих. Вот все, знаете, говорят, Москва, пробки, там вот это все. Особенно кто приезжает, вот так вот сходу начинает как-то Москвой пользоваться. А я всегда говорю, ребята, вы просто не умеете пользоваться. Вот смотрите, я оставляю сейчас машину на прекрасной перехватывающей парковке возле МЦК. Мне просто надо в Лужники, я не с того начал. Мне надо в Лужники. Вот что думаете, я в Лужнике. Лужники находятся на юге, я живу на северо-востоке. Вот не думаете, я попрусь через всю Москву по пробкам вот так вот утром? Нет, конечно, не буду я там создавать движение. Мне надо там небольшую встречу ненадолго. В общем, я оставляю вот на перехватывающей парковке. Сажусь в прекрасный МЦК. Прекраснейший, потрясающий, фирменный, классный поезд, светодиодный, с Wi-Fi, комфортный, тихий. Еду вот так над всей Москвой. 36 минут мне ехать. Слушаю музыку, смотрю Инстаграм, Ютуб, выкладываю вам эту сторис. Съехал я оттуда с СВХ с новой огромной хордой крутейшей. Самое классное, что вот я оставляю на этой машине парковку, сейчас покупаю билет в метро туда-обратно. И если купить туда-обратно билет в метро, то мне парковка будет бесплатная. То есть меня таким образом... О, красавец, а? Меня таким образом город мотивирует ездить на метро. Мне бесплатно дают парковку для того, чтобы я проехал на метро. Вот такая история, поэтому... Надо просто уметь ездить по Москве, и тогда не будет никаких пробок, и все в порядке. Город у нас потрясающе развивается, все строится, и дороги, и транспорт, и все остальное. Так что всем желаю отличного дня. Вот, просто газетки бесплатно раздают. А я пошел в аппарате, куплю билет на две поездки. Опа-на, две поездочки. Спасибо. А еще на всех станциях есть туалеты, вендинговые аппараты с едой. Кофе. И на некоторых даже можно Мишаню встретить. Да? Я рассказываю ребятам, МЦК, зашибись. Вообще общественный транспорт в Москве обожаю. Прям классно. Вот.